Белково-углеводное окно. Миф или реальность? You better bring a strap and a vest. If we really got... Если вы хоть раз бывали в тренажерном зале, то наверняка видели подкачанных спортсменов, которые после интенсивной тренировки выпивали протеиновый коктейль или ели банан, а может даже гречку с отварной куриной грудкой. Все спортсмены знают, что перекус после занятий необходим, чтобы закрыть белково-углеводное окно. Чтобы разобраться, что такое белково-углеводное окно, для начала нужно объяснить, что значат такие понятия, как анаболизм и катаболизм. Анаболизм – это процесс в организме, направленный на формирование новых клеток и тканей. А катаболизм, по сути, противоположный по смыслу процесс. Так называют действие, при котором происходит распад белков на более простые вещества для получения энергии. После физических нагрузок в организме наступает такой период, как белково-углеводное окно. Это время, когда организму остро необходимы питательные вещества. Начинается окно через 30 минут после тренировки и длится около часа-двух. Закрыть белково-углеводное окно значит поесть такие продукты, которые остановят в организме катаболизм и запустят процесс анаболизма. После физических нагрузок голодному организму нужна энергия, и чтобы получить ее, он готов даже начать разрушать наши мышцы. Этого нельзя допустить, поэтому и нужно устроить белково-углеводный перекус. You better bring a strap and a vest if we really got... Если вы хотите увеличить мышечную массу и закрыть окно, необходимо продуктами одинаково богатыми белком и углеводами, например, кашей, отварной куриной грудкой или рыбой. Также подойдет банан или горсть винограда. Еще нередко многие спортсмены выбирают сладости, потому что для того, чтобы остановить катаболизм в организме, необходим выброс инсулина в кровь. В качестве лакомства лучше всего подойдет зефир. Существует мнение, что для похудения после тренировки не следует есть вообще. Якобы считается, что организм, истощив все запасы, начнет разрушать жир для получения энергии. Это ложное мнение. Все равно после физических нагрузок организм будет разрушать ваши мышечные ткани. Поэтому перед вами стоит задача сохранить их. Вам необходимо употребить белковые продукты, например, протеиновый коктейль. Обратите внимание, чтобы в нем было как можно меньше углеводов и жира, либо же вообще любой молочный продукт с низким содержанием жира. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Your best. There's no time to rest when you're dealing with death, ready to die. And no, it's the wrong answer. A no chance. A holes in your chest like lung cancer. A rope dancer. Boy, the stakes is high. The fucking game is mine. I'm not afraid to die. Yeah. The way up is always longer than it seems. So if you're morbidly obese, you should do that to your knees, bitch. Please get the fuck.